Желание выйти на субботник и сделать город чище и уютнее объединило жителей округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов своим личным примером уже не в первый раз показывает, как нужно относиться к родным местам. Потрудимся на свежем воздухе час-полтора, получим удовольствие и сделаем большое благое дело для нашего города. Все нас, я уверен, за это потом поблагодарят. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники коммунальных служб, общественники и горожане активно включились в процесс. В Одинцове повсеместно убирали остатки прошлогодней листвы, целлофановые пакеты, окурки и фантики. Совместный труд объединил жителей и подарил хорошее настроение, которое эхом пронеслось по всему округу. В районе улицы Вокзальной организовали пункт выдачи инвентаря. В короткое время привели в порядок яблоневый сад и прилегающую к нему территорию. Все с удовольствием вышли на это мероприятие, потому что мы испытываем большое счастье, когда едем после субботника домой. Город становится совершенно другим, чистым, красивым, уютным. За чистоту в лесопарке на улице Чистяковой в Новой Трехгорке активно взялись сотрудники Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Для них это уже привычное дело. Бережное отношение к природе – их профессиональное кредо. Собираем мусор. Потом увозим отсюда и на утилизацию. В общем, чистим, делаем наш город чище. На помощь пришли жители соседних домов. Юлия Филиппова узнала информацию о субботнике накануне вечером из социальных сетей и, не задумываясь, вышла на уборку. Я хочу, чтобы наша окружающая среда была чистой. Хочу, чтобы всем было приятно гулять. Хочу тоже как-то поучаствовать в жизни города. Наблюдая за действиями взрослых, 6-летний Даниил Фомин тоже не остался в стороне. Мальчик покинул детскую площадку и принялся помогать старшим. Свой поступок объяснил очень по-взрослому. Природа создала нас, потому что она может просто не захотеть нас производить потом. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».